Вакцинация от коронавируса продолжается на Колыме. По словам экспертов, для создания массового иммунитета нужно привить более 40 тысяч человек. Если магаданец хочет сделать прививку, он должен соответствовать определенным правилам. Быть старше 18 лет, иметь полис обязательного медицинского страхования, не болеть ОРВИ на момент вакцинации и в последние 2 недели до нее. Также нельзя прививаться беременным и кормящим матерям. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, планируют ли они вакцинироваться от COVID-19. Нет. Нет, не планирую. Я уже переболел. Нет. Нет, не я, не моя семья, никто. Нет. Ну, я посмотрю по состоянию здоровья, как будет здоровье. Ну, пока нет. Я еще не знаю, спасибо. Нет, не планирую.